как говорится, мир не без добрых людей. Вот нам прислали посылку. Эту посылку нам прислала моей дочери близкая подружка. Ну, они вместе учились, вместе дружили. В институте вместе учились. И вот Олечка нам прислала такую посылочку. Сейчас будем смотреть вместе с вами, что здесь такое. Ой, а тут что-то интересное. Тут какие-то чеки. Да. А что это за чеки? Харьков, Харьковская область, отделение номер 4. Это опись. А, это что опись. Здесь, ага, да. Ну хорошо. Это опись. Давай, что открывай. Здесь? Давай, сейчас смотрим, открываем. Что тут нам прислали? Бумажку пока на пол. На пол, конечно. Конечно, на пол. Все бросаем на пол. Да, на пол. Обана, это гуманитарная помощь. От так. Олечки. Это... Олюшка. Булгур. Крупа, да. С вот. Овощами. Да, вот такая. За 20 минут готовится. Отлично, отлично. Так, дальше что у нас? Это у нас консервованный корм для котов. Для нашей мотечки, смотрите. Ой, опа. Конфетки. Леденцовый. Ух ты, смотри, это Харьков, да? В Харькове где? Это далеко от Харькова. Так, что это мыло. Туалетное. Мыло, да, это необходимо. Так, дальше. Вот, это у нас макароны. Паста, лапаста. Да. Вот, так. Макарончики. Дальше. Опа, что это такое? Открывай. Давай сейчас развернем, посмотрим. Это даже очень интересно. Ой, это, по-моему, вот это вот, как ты любишь, восточные эти дела. Восточные сладости. Ну, да. Точно. Да. Оля, это ты меня прямо порадовала. Это Слава, пойди купи, я так хочу. Ой, это прелесть. Да. Сладости, так, это сладости. Дальше. Это мое. Оливочки, тебе. Да, ага, это я обожаю. Дальше. Так, дальше. Вот что-то завернуто в кулечки. Не знаю, что. Посмотрим. Ага. Стоп. О, это то, что я люблю. Птичье молоко. Ух ты, да. Пташиное молоко. Ой, это... Целый килограмм. Ух ты, это все то, что так. Я люблю. Дальше. Ну, самое главное, помните, было кино... Москва на Гудзоне. Москва на Гудзоне, когда старый еврей говорит, вы знаете, что самое главное в жизни? Это, говорит, пожрать и посрать. Вот. И в очереди стояли за туалетной бумагой. Вот. Так, туалетная бумага, да. Так, еще кулек, с чем же это тут? Ну, смотрим. Ой, конфеты. Ух ты, ромашка. Свиточ, ух, ой. Да. Оля, это ты меня балуешь. Одни смоковики. А, еще кулек каких-то конфет. Олечка. А нет, это лимончики. Да, лимончики, да. Вот лимончики, выкладывай, великолепные лимончики. Ой, какие-то вижу, хорошие. Как настоящие. Как настоящие. Кулечки да. Выбрасывать бумажные не будем. Чего? Они, не надо, надо. Так, дальше. Пошла консерва. Опа, это... Это, наверное, паштет. Паштет куриный. Да, куриный паштет. Бомба, люблю. Так. А что это, Польша? Не вижу, слепой не вижу. Наверное, Польша. А может быть, нет. Ну, Яшка. Очень вкусно. И... Наш Борька там. Дальше смотрит. Что у нас? Шпроты. Шпроты. Это мы любим. Да. Аквамарин. Это хорошо. Да. Так, еще консервы. Еще. Это у нас свинина. Тушенка, наверное. Казацкая. Да, это будем мы делать по-флотски. Так. Макароны по-флотски. Дальше. Вот что-то завернуто. Очень-очень... Хорошо завернуто. А, это, по-моему, это масло, да. Это масло. Масло завернуто. Растительное масло. Вот, литровая бутылка. Нет, 850. Ну, сейчас уже редко найти литровую упаковочку. Дальше пошла консерва. Это так, тоже ага, паштеты. Это паштеты. Ну, это мы это любим. На завтрак то, что да. Надо. Дальше. Это тушеночка. Не, да, это свинина.
тушеванная. Это немножко другая. Угу. Другой абсолютно расфасовочки. Так, вот это что-то интересное. Ага, это для кошечек. Это тоже корм. Корм кошечкам. Ой, это сюда. Да, это бомбочка. Это нашей Яночка. Мотечки. Ой, мам, Яночка, мотечки. Так, вот что-то тоже очень-очень тяжелое и упакованное. Давай посмотрим, развернем. Я уже вижу, что это такое. Это тоже, по-моему, кошечки. Кошечки? Ну, сейчас увидишь, да. Нет, это... Ой, это соль. Да ты что? Это соль, которая... Аллилуйя! Соль мало там, морская вообще бомба. Это то, что надо. Сейчас в Харькове соль только поступает в продажу. И сразу все раскупают. Ее раскупают. Еще и 30 гривен килограмм. Так, а это что? Это у нас паштет со свинины. Паштет. Тоже я такой не ел, между прочим. Так. Так. Дальше. Это, наверное, мука. Мука. Это у нас пакет муки. Ой, отлично. Будем кушать оладьи и блинчики. И сахар и рис. Ага, тоже пачка очень сахара и пачка риса. Великолепно. Все, такая вот огромная Все. Посылка. Большое-большое спасибо. Огромное тебе спасибо. В это тяжелое время, сама понимаешь, как это все сейчас ценно, важно. Сейчас заплачу. Огромное тебе спасибо. Настолько и неожиданно. Ты сама там и с ребенком, и нам помогла. Большое тебе спасибо. Так что не шуми, то я говорю, как я говорю, мир не без добрых людей. Вот так тяжелое время... Работы, такая помощь. Работы сейчас нет, одна пенсия, и ту не поднимают, ничего. Ну ничего, я думаю, спасибо друзьям, спасибо родственникам, спасибо детям, спасибо большое вот за такую посылку. Это поддержка, конечно, и моральная, а больше всего это моральная поддержка, чем физическая. Материальная. И материальное, и моральное. Да. Ну, в общем, ребята, что вам сказать? Смотрите, целый пакет конфет раз, целый пакет конфет два. Здесь вкусняшки, вот еще конфеты. В общем, короче, вот это, конечно, вкуснятина. Эти сладости я обожаю. Оливочки, лимончики какие хорошие. Ой, все. Ну, и соль. Ну, в общем, что ни возьми, все нужное, все важное и просто безмерная благодарность за такую посылку. Как говорится, не думано, не гадано, и вот такую вот посылку мы получили. Олечка, низко мы тебе кланяемся. Огромное тебе спасибо. Очень приятно, неожиданно и очень приятно. Вот сделала такой обзор посылки. Это прислала, как я уже сказала, подруга моей дочери. Они вместе учились в школе, вместе учились в техникуме, потом вместе учились в институте, подружки, дружили. Я ей позвонила сейчас, поблагодарила ее. Вы знаете, так как-то все это трогательно. Немножко даже мы с ней всплакнули, вспомнили, как они дружили, вспомнили все такие пикантные моменты. И вы знаете, на чем у нас закончился разговор? А разговор у нас закончился, что скоро мы все встретимся все вместе, у нас или еще где-то, и мы будем праздновать победу. Понимаете? Очень, очень я вот благодарна. Такие моменты, конечно, вот познаются друзья, наверное. И Оля сама там с ребенком и с мужем, ей как бы тоже лишних денег нет. И тем не менее она сделала такую огромную мне посылку, такую огромную материальную помощь, что это дорогого стоит. Огромное спасибо, Оля, тебе еще раз. И вы знаете, я очень счастлива, что у меня есть такие знакомые, что у меня есть такие друзья, которые вот помогают. Пусть не материально, но хотя бы словом, которые позвонят и спросят у тебя, как твое здоровье, как ты себя чувствуешь, держись. Вот это вот слово «держись», оно сейчас у нас ключевое.
Ну, еще раз спасибо. Очень было неожиданно и очень, конечно, приятно. Спасибо.